Упадешь. Да. Упадешь. Ой, ты что? Это командир. 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 Вот, это ему так надо камеру дать в руки. Нет, мой дорогой, это не игрушка. Куда пошел проказничать уже? Куда пошел проказничать? Так, часики нашел, да? Ай, маленький проказник. Не надо, фу, кака, не надо в ротик. Да, это только игрушечка, но в ротик не надо это брать. Давай, да, нашел, молодец, молодец. Хороший мальчик. Переворачивать не надо, Максюша. Максюша, да, я вижу, что ты уже взяла это. Стучать не надо, переворачивать не надо. Давай, не надо. А то ты сейчас разобьешь. Да, что ты мне рассказываешь? Да, не надо. Нет, не надо. Не надо. Довольны, разрешили ему вокруг елки бегать, довольны. Деда Мороза теперь не боится. Не ломай ему ручки, не ломай, иначе он не будет играть потом. И шевелиться не будет, да. А так, видишь, музыка играет, да, Максим танцует. Танцует Максим. Да, и тут Дед Мороз тоже, это свеча. Да. Все, Дед Мороз перестал играть, да. Не надо его за голову брать. Максим, поставь под елочку. Не будет он играть, да, ты стряхнул там батарейку. Да, сейчас мы починим. Сейчас мы, похоже, тут что-то починим. Что? Не играет никак. Поставь его на место, поставь на место. Поставь его на столик. Ставь, Максим. Ну, куда ты собрался это нести? Куда ты это собрался нести? Ня-ня-ня, ну взяла, ня-ня-ня. Не. Чудо. Ты чудо? Да, чудо. Да-да. Да-да. Так, ну и куда ты собрался? Тоже надо, тоже мне.
Все разберем, все разломаем. Ясно. Куда-то понес. Что, да? Да. Да. Так. Не успела Галя убрать все. Что такое? Не играет он, ты его испортил, да. Не играет больше. Не надо нажимать ему на глазки. Люба моя. На-на-на-на-на. Неси его на под елочку ставь. Неси его на. Неси на место, неси. Да. Он не хочет уже играть теперь. Все. Не хочет Дед Мороз играть. Да, на-на-на, неси. Неси под елочку. Правильно, он должен тут стоять. Возле елочки должен стоять. Отломаешь, отломаешь ручки. Ставь на место, ставь на место, давай. Давай, все. Все. Все, хватит. Хватит. А то ты его разломаешь всего, и все, он перестанет играть. А, да, этого можешь взять. Максим. Что бы это значило? Максюша, не надо ему ковырять ручки. Так, мы нашли конфеты. Ай-яй-яй-яй-яй, это моя. Да, это моя конфета. Отдай. Отдай, это моя конфета. Елочка стоит тут тоже, такая пальмочка, да. Проказник, отдай, это моя конфета. Максим. Твой любимый, да, вот конфету меняем на крем. Все правильно, Максим будет сейчас крем нюхать. Ну. Ага. Ага. Ай, как вкусно пахнет. Ай, как вкусно пахнет. Как хорошо, теперь есть видео, можно все заснять и показать маме, как Максим проказничает. Ой, вкусно пахнет. Зубками не надо, зайка мой. Вкусно пахнет, да? Так. Это ты мне уже разгрохал, он уже плохо считает. Давай-ка мы с тобой отсюда вообще пойдем. Да. Так, у меня уже там видео загрузилось. Максюшкин, пойдем-ка мы отсюда уже, а? Дорогой ты мой. Так,
Тут самое интересное место. Вот, и крем уже выдавил. Ага, выдавил. Это называется «Покой нам только снится». Сначала выдавил крем, теперь вы разбросал палочки, а теперь полез. Максим! Твою-то мышь! Что ты мне наделал? Зачем ты мне выключил компьютер? А? Зачем ты мне компьютер выключил? Мне нельзя компьютер так выключать. На кнопочку нажал, ну. Хулиган ты маленький, а? Да, вот что наделал.